В свои 10 лет Варвара Латухова не раз становилась победительницей городских и региональных соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. За 4 года посещения секции девочка освоила различные сложные упражнения. Некоторые из них она показала на областных соревнованиях по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке. Памяти Виктора Ивановича Абаева. В своей возрастной категории Варя заняла первое место. Всегда выступаем на мини-трампе. Но там еще была дорожка. Я на дорожке не выступала, я не готовилась к ней. Так были волнения по комбинациям. Первым быть – это классно, даже весело. В серебряной медали с соревнований вернулась Софья Елгоенкова до первого места. В своей возрастной категории девочке не хватило сложности. Но Соня не расстраивается, говорит, что каждый раз, выходя на дорожку, не знаешь, что тебя ждет. С каждым днем я стараюсь сделать что-то новое, и когда мы уже должны будем ехать выполнять кандидата мастера спорта, я надеюсь, то, что я выполню. Воспитанники ИКАРа привезли домой 25 призовых мест, 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей в двух дисциплинах – акробатическая дорожка и двойной мини-трамплин. Всего в соревнованиях приняло участие 110 человек из 5 спортивных школ Нижегородской области. Когда выиграют, горжусь. Когда плохо выступают, бывает такое, что какая-то полоса. Вроде готовы, как бы, поехали. Один упал, второй упал, что такое. Ну, бывает это, не знаю. Ну, здесь, конечно, от настроя зависит. Сейчас спортсмены спортивной школы ИКАР готовятся к соревнованиям ПФО, который пройдет в феврале в Тольятти. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.